Коллеги, интересные спикеры прибывают к нам в наш пресс-центр. И рядом со мной представитель новой компании с очень интересным продуктом. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Мы представляем компанию «Торговый дом Ярмарка». Компания работает на рынке с 1995 года. И в прошлом году мы отпраздновали 25-летний юбилей компании. У нас в ассортименте есть 4 бренда ведущих. Я думаю, вы все видели их на полках. Это бренд «Браволи». Вот как раз у Александра есть яркий представитель «Булгур». Это бренд «Ели». И новый продукт у меня в руках – это закуски «Квино». Бренд «Готово» и бренд «Ярмарка». Меня зовут Бессонов Александр. Я бы хотел сказать, что компания «Ярмарка» является основоположником в России таких круп, как «Булгур», «Кускус», «Полента», «Паста Птитим» и является, в принципе, лидером на этих рынках уже много лет. Да, я вижу упаковку, которая уже несколько раз прыгала в мои глаза в торговых павильонах. Получается, ваш бренд очень узнаваемый. Всегда хочется, конечно, чтобы бренд был супер узнаваемый, но да, в целом вы правы, бренд представлен во всех федеральных сетях и является узнаваемым, вы абсолютно правы. На выставке обычно привозят какие-то новинки и чем-то пытаются удивить и покорить. Расскажите, пожалуйста, о ваших продуктах, которые вы привезли в этом году. Абсолютно. Под брендом «Ели» вы, наверное, часто видели в магазинах такие супы, как масурдал, смеси для ризотто. И мы специализировались на сухих смесях для приготовления блюд. Это наш фокусный ассортимент. А на эту выставку мы привезли нашу новинку, ноу-хау, закуски к вину. У нас 5 из каю разных закусок, которые идеально сочетаются с красным или с белым вином. Это уникальный продукт, ну, поскольку есть сухарики к пиву, а к вину приходится потребителям самим искать сыры, комплектовать их фруктами, орехами, ну, собственно говоря, самим оформлять стол. Вот у нас как раз готовое решение для любителей, ценителей хорошего вина. Это закуски к вину от «Ели». Расскажите, какой формат? Я так понимаю, это намазка на брускетту? Да, абсолютно. Это топпинг или намазка, как вы сказали, на брускетту или на любую другую основу, например, на жареный багет или на какие-то криспы. Можно использовать как начинку для тарталеток. Ну, то есть абсолютно по-разному формировать закусочный стол к вину. При этом это такой ресторанный уровень подачи. Баночка будет очень красиво стоять рядом с хорошей, дорогой бутылочкой вина на столе. То есть можно почувствовать себя как в ресторане дома. И не думать, что еще можно купить дополнительно, составлять там на свое усмотрение список необходимых продуктов. Есть такое решение? Да, расскажите, это новинка, супер новинка, пока мы не можем найти ее в торговых павильонах, или уже мы можем в каких-то сетях ее найти? Да, можно найти, мы уже стоим на маркетплейсах, например, на Озоне. Но вообще она у нас вышла только в августе, то есть мы сейчас начинаем интенсивно расставлять данный продукт. И в Гиперглобус мы уже также зашли с 3 SKU. Ну, естественно, планируем расширение, встать в федеральной сети, встать в алкорозницу, ведущие винные бутики. Это наша основная цель на этот год. Замечательно. Рядом с «Булгуром» я еще вижу у вас какие-то интересные панировка, сухари, не сухари. Очень хочется узнать, что это такое и что это за ноу-хау. Это практически сухари, но это не сухари. Хотя в составе есть сухари, да? Это панировка, это микс, в основе которой экструзионные панировочные сухари, а также натуральные специи. По сути дела, раньше хозяйкам, чтобы приготовить котлеты, к примеру, нужно было взять фарш, ну и шарф обязательно. Зимнее время года, понимаете, котлеты все-таки нужно делать в тепле, здесь какао, здесь шарф. Согласен полностью. Фарш, специи, все это смешать, подобрать нужные ингредиенты, купить отдельно панировочные сухари. Как правило, это хлебопекарные сухари, ну, самый дешевый хлебопекарный продукт. Здесь же используются экструзионные сухари, то есть это совсем другая технология получения продукта. Она делает сухари более вкусными. Чтобы вы понимали, например, вот кукурузные палочки, которые мы все знаем, это тоже экструзионный продукт. Вот он имеет характерную структуру. Вот также эти сухари, плюс специи натуральные. Соответственно, теперь хозяйке все, что нужно, купить абсолютно недорогой продукт, который на полке стоит там 50-60 рублей, смешать с фаршем, положить на сковородку, и там через 10 минут у вас условно ужин готов. Вот, это наш уникальный продукт, панировки эклеры, браволи, и которые уже есть в федеральных сетях и не только на маркетплейсах, в том числе в «Ленте», тот же «Гиперглобус», в ближайшее время в «Магните», ну и в других федеральных сетях, я думаю, тоже продукт появится. Спасибо большое за вашу работу, огромное количество новинок вы привезли нам сегодня, это здорово, пожелаем вам отличной выставки и надеюсь, она для вас пройдет тоже очень плодотворно. Мы вас, спасибо, в свою очередь, большое, приглашаем на стенды торгового дома «Ярмарка», а также на отдельный стенд
именно посвященные намазкам ели, где вы можете их попробовать и при большой удаче, возможно, даже продегустировать их с вином. Я надеюсь, нас слышали наши посетители выставки, поэтому, друзья, бегом искать этот стенд. Я думаю, что настроение у вас улучшится. Спасибо вам большое. Спасибо вам.